нашем доме поселился отвратительный сосед. Тараканы и клопы – беда, от которой не застрахован практически никто. Непрошенные гости могут переехать от соседей и кочевать по разным квартирам. Чтобы избавиться от вредителей, практичнее и надежнее всего обработать жилище специальными средствами. Мы используем препараты, которые являются флагманами на рынке. Это препараты, которые обладают низкой токсичностью на человека, при этом при всем без изменения, либо с большей эффективностью на насекомых. Препараты, которые не оставляют после себя следов на поверхности. Средства действуют только на насекомых. Специалисты уверяют, что для животных и людей раствор безопасен. Приготовить жидкость можно и самостоятельно. Препарат продается в специализированных магазинах. К нему прилагаются инструкции и необходимые вещи, маска и перчатки. Обрабатывать помещение можно пульверизатором. Особое внимание уделяем потайным местам, плинтусам, стыкам обоев и складкам обивки. А вообще лучше сначала посмотреть, как это делает специалист. Дезинсекторы используют более солидную технику. По технике безопасности только квалифицированный работник может присутствовать во время обработки. А обычно дезинфекторы пользуются не пульверизаторами, они пользуются генератором холодного тумана. И, соответственно, взвесь из этого препарата, она прям висит в воздухе, как туман, и потом оседает, попадает во все щели. Поэтому перед обработкой помещения стоит подготовиться. Например, убрать продукты им со средствами дезинсекции контактировать нельзя. В контейнеры и пакеты отправляем также посуду и вообще все, что потом не хочется перемывать или выбрасывать. Все это убираем на балкон или в комнату, которая не будет обрабатываться. После того, как специалисты нанесли препарат, надо подождать несколько часов. Обычно он высыхает за час-два, особенно сейчас, когда отопительный сезон. На всякий случай, если вдруг препарат попал там, на обивку дивана, где ему сложнее испариться, нужно выждать 6 часов, потом приходить в это помещение. Специалисты обещают, что едкого запаха не будет. Препараты ненавязчиво благоухают апельсиновыми нотами. Но это совсем не означает, что средство не расправится с еле заметными врагами. Добросовестные компании предоставляют гарантию на обработку. Информацию о ней надо искать в договоре. Не все, конечно, кто предоставляет гарантию, действительно готовы ее оказывать впоследствии. Нужно обращать внимание на наличие договора, на кассовый аппарат. Вам должны отбить чек или при желании, например, принять безналичную оплату. Так что, если правильно подобрать соратников в борьбе за чистоту своей территории, маленькие вредители больше к вам не вернутся.